На центральной площади Владивостока состоялся концерт «За мир без нацизма» в поддержку российских военнослужащих, которые участвуют в спецоперации на Украине. Данную акцию я поддерживаю с самого начала. То есть я за уничтожение фашизма, то есть и за операцию Владимира Владимировича Путина. Мы считаем, что в такое время мы должны поддерживать нашего президента и всех находящихся сейчас в непростых условиях. Как истинные граждане нашей страны. Я ощущаю гордость за свою страну, что мы все же сплачиваемся, все регионы понимают, насколько важную миссию сейчас ведет Россия. Мы защищаем русских, защищаем свою родную страну, защищаем русское население от нацизма. И это должно воспитываться вот с детства. И очень правильно, что сейчас проходят патриотические концерты, мероприятия. Все это просыпается у нас на генетическом уровне. Мы должны понимать, что мы самая сильная нация. И никогда ни в чем мы не должны, чтобы нас на мировом уровне ущемляли. Мы должны гордиться, что мы россияне. На площади собрались тысячи горожан, трудовые коллективы, участники общественных объединений, воспитанники и педагоги патриотических клубов. Также в мероприятии принял участие губернатор Приморского края Олег Кожемяка. На сцене выступил легендарный приморский творческий коллектив «Ансамбль песни и пляски Тихоокеанского флота». Всегда традиционно Россия сплачивалась в такие моменты, когда внешняя угроза появляется для России и для вообще российского мира как такового. Поэтому и это порывы души. Мы решили прийти поддержать наших мальчишек, наших военнослужащих, чтобы им там было побольше уверенности, что они воюют за правое дело. Вот. Чтобы мир продолжал существовать без нацизма в этом мире, потому что мы все едины, мы все один братский народ. Мы пришли, чтобы поддержать наших ребят, которые принимают участие в военной операции, чтобы им было легче. Мы с ними всегда в душе, по крайней мере. Если бы могли, могли бы и физически помочь. Вот. Но всегда за тех, кто погиб, надо помнить, что мир дался не просто так. Если не будет сильной армии, не будет мира. Формат акции – тематический музыкальный телемарафон, который будет транслироваться последовательно по всей стране в соответствии с временными поясами. Напомним, ранее Приморье одним из первых российских регионов присоединилось к всероссийскому автопробегу «За мир без нацизма». Анна Дьякова, Денис Фадеев, новости на Восьмом.